мы ее сместили. Вижу, что эти кромки в космосе, когда кидаем себе, соответственно, раз. То есть здесь важно что понимать, когда мы себе кинули, если клинок короче, здесь, скажем, поближе кинжал, нож, то у нас изогнутая кость. За счет поворота пронации кисти мы переходим на нижнюю сторону. У нас клинушки комплект кости. Просто делаем поворот и кидаем в плоскости. Получается вот смещение. Кто увидит движение, мы всегда можем после вращения сместить на центр. Получается раз, два, раз, два, три. Всегда эти элементы не могут исполнить ни это же движение. Полезность, как раз убрали, как ударили движение. Поэтому одна рука. Режущая кнопка всегда есть в сторону движения. Это можно сделать только кистью, а можно проскользить рукоятку, чтобы рукоятка скользила. Также сегодня переклады используются, то есть можно подхватить этой рукой, можно подхватить, перенести с одной руки в другую, либо сделать более сложный пируэт. Делали элемент один, свободный рукав по снизу. Вы кидаете ту же самую рожбетку, где вы большой путь под этим пакстом, можно ближе к рукоятке. Переходим в правую. Получается вариант один, вариант другой. Вариант правый.